Здрасте. Вы ко мне приехать? Вы сказали, что... Ну да, я сказал. 10 минут, а сами куда-то наверх поехали. Так, мне все три лифта нужно. Может, лифта. Это меньше займет. Это вообще не положено делать. Чему не положено? Снимать не положено? Ну... Она ничем не вредит, съемка безобидная вроде. Ну понятно. И что вы потом будете из этого делать? Вот вы блогер, ну, и чего? Выложу в соцсеть, будет, чтобы она хранилась там. Хранилась для чего вообще? Хранилось. Для... Ну, это любительское видео. Сейчас последнее еще засниму и все. Понятно. Все, до свидания. До свидания. Спасибо. Опять ты не видишь, что извините. Мы здесь работаем. Извините, парень. Извините, ради бога.